На многих участках Ленинского городского округа уже идет активное возведение Южно-Лыткаринской автодороги. А в этом месте, недалеко от Спасского проезда, пока тишина. Здесь пойдет бульдозер, мы понимаем. Будут деревья воспилены. Но большие деревья мы не сможем спасти. Но вот такие маленькие, двух-трехгодовалые, есть возможность дать им жизнь старую, чтобы они на территории нашего округа где-то так же росли, очищали воздух. Радовали глаз. Теперь здесь кипит работа. С инициативой спасти молодые сосны выступили местные жители. Теперь отсюда ежедневно вывозится по 30-40 деревьев. Строго говоря, выкапывание деревьев в лесу – дело незаконное. Но представители депутатского корпуса поддержали инициативу местных жителей и обратились в отдел экологии администрации Ленинского городского округа, где получили добро на спасение деревьев. Мария Синицына живет неподалеку, узнала об экологической акции из социальных сетей и не преминула воспользоваться шансом украсить свой приусадебный участок. Я здесь с бабушкой в детстве ходила, гуляла. Но сейчас здесь будет дорога, да, я правильно понимаю? Ну, это тоже хорошо. А где вы сажать будете? А у себя на участке на приусадебном. Я здесь рядом живу, в деревне. У нас там большой деревенский дом, столетние липы. И вот теперь еще и маленькая сосенка будет. Участвующие в экологической акции местные жители считают свою работу еще и своеобразным вкладом в строительство дороги. Ее появление они, кстати, поддерживают. Помогаем хотя бы просто освободить трассу концессионеру. Мы тоже не против, что будет дорога. А что делать? Бороться с чем? С дорогами? Инфраструктура должна развиваться. Конечно, конечно. Просто где дороги, там жизнь. Нет дорог, нет жизни. Чтобы правильно выкопать ель или сосну, требуется определенная сноровка. Главное – не обрубить корни. Сергей Кочерыгин и наша съемочная группа пришли на помощь Марии. Просто ее вверх чуть-чуть, только потихонечку. Я сейчас подрубил ее хорошо. Так, давайте внесем свой пассивный вклад в это дело. Не, что-то не тянется. Подождите, подождите. Я говорю, не так просто, чтобы хорошо выкопать. Она вытянулась. Вот, смотри. Отлично, мне хоть нести не тяжело будет. А потом землей. А, стержневой корень-то не вот это он. Самое. Ага. Все, чем мог, помог. Пошел. На этой схеме показан участок, где можно выкопать деревья по обе стороны от Спасского проезда. А ленты, протянутые здесь, показывают примерные границы будущей автотрассы. За ними трогать молодняк нельзя. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.